Всем привет из Иерусалима. Мы находимся в самом большом конгресс-центре Израиля, Биньяне Ума. Сегодня здесь проходит конференция. О, что-то упало. Отлично, это хороший знак. Конференция высоких технологий. Очень много деловых встреч, деловых контактов. Очень много инвесторов. На самом деле здесь порядка, наверное, 3000 делегатов. И большинство, конечно, из Израиля, но очень много с разных стран мира. И периодически, помимо стендов и вот таких вот деловых встреч за столиком, здесь очень много бизнес-мероприятий, конференций, форумов и так далее, которые проходят и собирают очень много людей. Всем привет из страны высоких технологий, из Израиля и из ее столицы, из Иерусалима.